зовут Марина Белкина, мне 11 лет, и я приехала из города Соликамска. Там очень чистый воздух и всегда есть чем заняться. Там очень много праздников всяких проходит и очень интересно. У меня любимое место — Воскресенская площадь. Там очень красиво и повсюду много церквей, но сейчас это музей. Я играю на инструменте домра и буду исполнять произведения воспоминаний о церкви. Я учусь в 4 классе. Я круглая отличница, я уже 3 года учусь на одни пятерки. А у меня любимые предметы — русский язык и математика. Мое любимое время года — лето, потому что я люблю летние каникулы, я вообще люблю отдыхать. Я пожелала на юбилей конкурса, чтобы с каждым годом становилось все больше участников, а участникам я пожелала новых побед. Формуле успеха 10 лет!